В 20 веке считалось, что чем больше, тем лучше. В 21 веке считается, что качество от размера не зависит. Если вы занимаетесь бизнесом, помните, что в вашей прибыли размер вашей компании не имеет значения. Вы полагаете? Я в этом уверен на 100%. Допустим, есть 500 крупных компаний. Но счастливы ли их владельцы? Сколько из них на самом деле приносят высокую прибыль? Не думаю, что все. Не судите по размеру. Маленькие компании действительно приносят большую прибыль. Их владельцы счастливы, они могут проводить свободное время с женой и детьми, они могут наслаждаться жизнью.